Так, ну что ж, ух ты, нифига себе, удар грома. Да, смотрите, ребята, мы играем против босса, но у нас уже мы играем на Луне. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не очень хорошее место. Ага. Кстати, тут, а тут будут вертолетчики или нет? Угу. На Луне вертолет. Что-то новенькое. Так, давайте этого сейчас уничтожим быстро. Формат готов. Фикс. Следующий у нас легиончик. Давайте мы его сейчас тоже поджарим. Легиона. Поближе надо подъехать. Вот так вот. Хорош. Интересно, будут ли вертолетчики здесь? Кнут. Так, давай. Еще немножко. Здесь прожарили мы кнута. Сейчас мы посмотрим. Вертолетчики. Да, летят. Интересно, а что у них шлемов-то нету? Шлемов-то не сделали? Разработчики. А как же? Как они тогда дышат? Да, не продумали они это дело. Угу. Так, бомбардира сейчас мы его прожарим. Давай. Так, стоим на месте. Делаем прожарочку. Есть, готов. Немножко он меня ранил. Ну ладно. Лазерная пасть. Едь сюда ко мне, дружок. Сейчас я с тобой расквитаюсь. Что-то я стою как-то, знаешь. Боюсь, что он меня попадет. О, нет, не попадает. Ну, хорошо, что не попал. Так, повелитель. Ну, это твоя стезя. Луна. А, нет, ты же... Подожди. В смысле, ты же на Марсе летаешь. Обычно. Это не твоя стезя, Луна. Ты что сюда прилетел? Все, уничтожили мы его. О, созерцатель. Он сюда прилетел. Так. Ой-ой-ой. Ух ты. Да. Смотри. Первый раз он стреляет. Созерцателя нужно так уничтожать. Не дать ему... Не дать себя попасть под эти лазерные установки. Фью, разлетелся наш созерцатель. И у нас повтор боссов. Удар грома. А, подъедем поближе. Так, я думаю, сюда встанем. О, так, под колеса даже мы. Поближе. Все, попали в него. Уничтожили. Едем дальше. Армада. Так, дружок. Давай сюда. А, нет, на армаду надо нам, ребята, скорее всего, ехать. В бой прям. Вот здесь прям встанем. Рядышком. Чтобы он в меня не попадал. О, есть. Уничтожили. Следующий. А, легиончик. Легиончику тоже нужно поближе стать. Не ждать того момента, чтобы он до тебя прям близко-близко подошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, как он стреляет в разные стороны. Все, спекся. Спекся наш босс. Кнут. К нему тоже надо поближе подъехать. Кнуту. Вот так вот прям рядышком держаться и прожаривать его. О, еще. Все, готов. Офигеть, вертолеты пошли. Так, ладно. Вертолетчики. Так, это первый вертолет, да? Надо вот здесь стадень повыше. Вот здесь, я думаю. Отличное место. Так, ждем. Ждем. Прожарка. Так, ждем. Прожарка. Есть один. И второй. Бомбардир. Давай, едь сюда. Давай, лети. Так, прожарка. Так, стоим. Прожарка. Таким. Ой-ой-ой. Блин, да что ж мы с тобой делать-то, а? Бомбардир-то. Гад.
Все. Лазерная пасть. Ага. Да, мне нужно найти просто место такое, в которое у меня не попадет. Ну, например, а вот здесь. Если я здесь стану. Он мне не должен попасть. Фиг его знает, может и попадет. А ну. А, прям в меня стреляет, смотри. Ё-моё. Капец. Да, тут такого холма нету. Блин, смотри. Заблокирован путь. Ладно. Что ж поделаешь. Будем как-нибудь импровизировать. Вот он пока. А ну смотри, видишь, вниз чисто стрелял. Это хорошо. Повелитель, давай. Мощный-мощный повелитель. Повелитель инопланетных. Ух ты! Ты чё назад-то стрелял? Никогда назад не стрелял, гад. Так, я не знаю, что с тобой делать. Что с тобой делать, скажи мне? Ты назад никогда не стрелял, гад. Тихо. Давай подлечимся. А! Ты гад, смотри, мою лечилку выкинул. Забрал мой ящик, гандон. Блин, забрал ящик и улетел. Так, созерцатель вонючий. Надо. Я знаю, что делать. Ох ты! Хорошо, что ты первая это. Он не стреляет, он просто намечивает цель. Так, ну что ж, сейчас за тобой гоняться, что ли, должен? Давай, лети быстрей. Как он, смотри, у него сопла в одну сторону дует, а летит он в другую. Давай, созерцатель. Получай. Есть. Во, 200 монет нам дали. Следующий удар грома. Давай. Сейчас я где-нибудь встану. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, меня прям, да ты что творишь? Ах, иди нафиг. Я только подлечился, смотри. Что творит? Что творится? Опять шипы стоят. Да ё-моё! Ладно. Посмотрим. Кто кого успеет уничтожить. Есть. 6400. Мало. Надо столько же монет. Эх, армада. Так, к армаде надо поближе подстать. Вот здесь встаем и жарим. Давай, 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 армада. Он меня немножечко ранит. Есть. Он долго что-то его прожаривал, капец. Эх. Следующий. Легион. Так, ладно. Сейчас мы тебя вот здесь встанем. Ой, такое место было хорошее. Прям под него подстать было бы. Хорошо. Ну ладно. Сейчас мы его прожаривать будем все равно. Есть. Еще немножко. Готово. Следующий танк у нас. Кнут. Дружище. Бедолашка. Все подняться не может. Давай. Давай дружить. Да, взрывайся сам под свои бомбочки. Вот так вот. Сейчас я тебя прожарю.